Таких гуляний в Бахчисарайском районе еще не было. Хыдырлес в этом году подтвердил единство и мир среди граждан всего многонационального Крыма. Это праздник мира, дружбы по-настоящему. Здесь все празднуют. И татары, и русские, и украинцы, и все-все. Я вообще украинка. Первый раз на этом празднике, но очень интересно. Впечатляет своей массовостью. Очень весело. Атмосфера замечательная. Нам очень нравится этот праздник, хотя... Но мы очень чтим крымско-татарское население. Мы очень счастливы, что как бы это все происходит в дружбе народов. Согласно легенде, мусульманские святые Хыдыр и Ильяс каждую весну обходят землю в разных направлениях и встречаются примерно в день весеннего равноденствия. В честь их встречи и устраиваются гуляния. Поздравить жителей и гостей праздника прибыли крымские власти. Такие праздники действительно будут укреплять нашу дружбу, нашу межнациональную дружбу. Мы должны показывать пример нашим детям, нашим друзьям, нашим близким, как уважать культуру, традиции, обычаи друг друга, обычаи всех народов. Только в дружбе между людьми всех национальностей, всех вероисповеданий мы сможем сделать наш Крым счастливым, комфортным и безопасным. Я думаю, традиция Крыма уже заложилась. Вот весна начинается с этого праздника, поэтому у меня, например, настроение хорошее. Кофе сегодня точно напьюсь. В этом году гостями праздника стали коллективы из Татарстана, Башкирии, Дагестана и других регионов Северного Кавказа. Помимо этого был развернут крымско-татарский флаг гигантских размеров 30 на 24 метра. А каждый регион Крыма представил свой павильон с блюдами национальной кухни. Сегодня угощаем пловом, шашлык мы готовим. Для детей на празднике работает целая игровая развлекательная зона. Батуты, горки, всевозможные аттракционы и качели. А кто постарше, смог проявить себя в серьезных недетских состязаниях. В спортивной борьбе тюркских народов куреш – это важная составляющая часть национальных праздников. Делевер настойчиво заявил, будет участвовать и не пожалел. Мне понравилось. Я очень сильно хотел выиграть. У меня желание было выиграть. Я счастлив, что я выиграл. В рамках мероприятия прошел и обмен подарками по кавказскому обычаю. Представителям татарской общины Сакского района. Я от всей души, от своей семьи, от всех армян Крыма дарю вот этого, значит, подарка, да, барана своим друзьям, татарам, чтобы они, значит, поделились со всеми своими соседями, друзьями и радовались. У нас на Хыдырлесе сегодня отдыхают и крымские татары, и русские, и армяне, все. Добро пожаловать всем в Крым. Всех с праздником! Спасибо армянской диаспоре за их подарок. Добраться на праздник не составило труда. Помощь всем прибывшим из разных уголков России была организована регулярная транспортная доставка на место празднования и обратно. Дарья Костенко, Юрий Земной, служба новостей ИТВ.